Ты и есть революция. Системе распознавания нашего Вырубь эту хрень, потенциальные Брэди. Террористы будут быстро опознаны и нейтрализованы. Мы террористы? А он тогда кто? Он бы так не хорохорился, если бы знал, что Уокер в городе. Да, Уокер даст им прикурить. Долго его ждать? 5 минут. Надеюсь, новый дрон его не заметит. Мы готовы? Наверное. Надеюсь. Везет тебе, Брэди. Ты с нами сколько? 3 дня? И уже Уокера увидишь. Я тут лишь из-за него. Он вдохновляет всех нас. Брэди, передашь мне бензин? Супер. Наверное, Уокер был легендой в Вашингтоне, да? Я слышала, что там случилось. Мне жаль, я рада, что ты с нами. Ребята, что-то не так. На улицах пусто. Чёрт, Уокер нас? Скоро придет. Облава! Уходим, уходим! Мы ничего не скажем, Брэди. Понял? Привет. Спасибо за проявленное терпение. Теперь мы можем начинать. Итак, сейчас вы скажете, где мне искать Бенджамина Уокера. Ты зря теряешь время. Я слышал, что Уокер уехал в Мемфис. Знаешь, что я Супермен? Пошел нахер, проклятый предатель. О, кажется, кто-то хочет демонстрацию. Сейчас ты увидишь, насколько я силен. Я выставлю руку вот так. Прицелюсь. Мэри! И... Давай, сукин сын! Нет! 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 Удивительно, да? Ну, как тебе это? Ты уже готов говорить? Я уже устал от этого дерьма! А ну говори, или тебе конец! Это Уокер! Стой! Стой! Пошел ты! Я Уокер. Валим отсюда. О, черт. Надо уходить. Я знаю одно место. Руку. Какой же пиздец. Боже мой! Уокер! Глаза. Это же Уокер. Чумой. Уокера взяли. Черт, это Уокер! Это ничего не меняет! О, нет! Слышите меня? Что же делать? Поднимутся другие! Вы никогда! Пошли вы нахер! Пошли нахер! Да! Получи!
Ты видел спуск? Он такой, какого хрена? А потом... Я видел. Куда собрался, а? Сраный шпион! Предатель хренов за пачку риса пытался нас чучком сдать! Надо его проучить! Чур, я первый! Тише, Бэйкс. Нужно докладывать Дане, если кого-то поймали. Ты же не хочешь ее разозлить? Ну, надеюсь, она мне кусочек оставит. Не думаю. Вряд ли мы еще увидимся. Тяжел гад, да? Когда Дана закончит, он станет полегче. Точно! Привет, дружок. Я Дана. А ты? Мистер Шпион. Ты и я. Мы поиграем. Ты расскажешь, что чучхи знают о нас, а я обещаю много боли. Играть, боюсь, мне будет веселее, чем тебе. Вопрос лишь, играем быстро? Или же очень, очень медленно? Кричи так громко, как хочешь, окей? Не надо страдать в тишине. Окей. Начнем со скобки. Эй, Дана, у тебя гости? Кто он? Всего лишь шпион. Хотела допросить. Кто сказал, что он шпион? Ну, так Бейкер и Сказари. Те двое? Дана, не смеши. Что было с собой? Ну-ка, документы. Кто же ты? Итан Брэди. Я помню, Уокер сообщал, что они придут вместе. Почему не сказали мне? Да тебя не найдешь, когда нужно. Гранаты! Умару, иду отдам!
штурмует нашу позицию. Долго мы не протянем. Их здесь до хера, нам их не сдержать! Надо удержать их, пока машины не загрузят. Рассредоточьтесь, каждый берет свой сектор. Они прорвались! Назад! Защищай машины! Приготовимся! Эд, прости, они нас заблокировали. Тебя не пробить. Даша, что у тебя? Нам их никак не обойти! Дирижабль от нас не отстает! Придется отступать! Блять! Черт возьми, Джек! Ладно, мы вывезем оружие или сдохнем, пытаясь. А вот очередной грузовик. Мы вывезли большую часть тяжелого оружия. Держитесь. Где, блядь, подмога? Где, блядь, Перри? Я тут грузу. У нас нет шансов. Нет, нам нужно уходить. Возьмите себя в руки. Еще чуть-чуть, и мы закончим. Нет, нам не продержаться. Прижмите их! Огонь на себя! Смотри, мы выйдем в да, тут терапта нам! Давай, Нед, скорей! Мы закончили! Бегите к машинам! Бегите к машинам! А теперь давайте убираться отсюда. Пошли! Пошли, пошли! Слава яйцам, уходим! Глазам не верю! Ты расхерачил Голиафа!